В мае 2014 года администрация Рязани заключила 7-летний энергосервисный контракт по замене уличных фонарей. Ожидалось, что и город станет светлее, и на электричестве сэкономят. Была хорошая задумка заменить галогеновые светильники на светодиодные яркие лампы. Но получили светодиодные лампы с плохой очень освещенностью. В связи с этим у нас появились проблемы по городу Рязани. Водители не видят ям, как вы знаете, у нас дороги в плохом состоянии. Они видят пешеходов, которые переходят на нерегулируемый пешеходный переход, в связи с чем постоянно сбивают людей. Из 18 тысяч светильников заменили почти 90%, но рязанцев качество не устроило. Они светят не так ярко, и из строя часто выходит из-за скачков напряжения. Хотелось бы лучше, немного больше, более освещенным, потому что в большинстве мест, где должно быть светло, его далеко не хватает. И порой даже не видно пешеходов, проходящих через дорогу и рядом с дорогой. Плохое освещение сказывается на дорожном движении, а статистика ДТП за 2018 год поражает. В 2018 году на участках федеральных автомобильных дорог в Рязанской области погибло 111 человек. На региональных автомобильных дорогах погибло 49 человек. В городах и населенных пунктах области погибли 65 человек. В 2018 году основными видами ДТП явились столкновения и наезды на пешеходах. Причин столкновения много: неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофора, правил обгона и порой плохое освещение. А в городе есть улицы, где фонари освещения вообще не установлено. К сожалению, в нашем городе не на всех улицах установлены фонари. Ярким примером тому улица Солнечная, вот ее часть, на которой мы стоим. К сожалению, улицу эту можно назвать таковой только в светлое время суток. Эта улица соединяет центр города и Конищева. Дорога в не очень хорошем состоянии. Очень темно, грязно. Энергосервисный контракт, из-за которого началась замена галогеновых ламп на светодиодные, истечет только в 2021 году. А пока рязанцам придется ходить по едва освещенным улицам. От освещения зависит безопасность всех участников дорожного движения. Необходимо, чтобы наши власти потребовали от фирмы, которая установила вот эти вот светильники, их замены на более качественные, на более светлые приборы. Чтобы не было такого безобразия, который творится сейчас.